почти 2700 километров. Именно столько вам придется проплыть до суши, если вы окажетесь в точке Немо. Так называют самое удаленное от Земли место в океане. Кстати, ближе всех к ней находятся космонавты на МКС. Всем привет, с вами Аза Кашапова. О погоде на вторник, 4 апреля, я расскажу прямо сейчас. Как сообщает гидрометцентр, по северным районам облачно. Днем наконец-то потеплеет, температура воздуха поднимется до минус 1, а ночью без изменений, минус 13. Порывы ветра по-прежнему сильные, до 12 метров в секунду. В южных районах солнечно с потеплением, днем плюс 4, а ночью минус 10. Порывы ветра до 10 метров в секунду. В Улан-Удэ также солнечно, днем потеплеет до плюс 5, а вот ночью небольшое похолодание, до минус 11. Ветер немного стихнет, его максимальная скорость 8 метров в секунду. С вами была Аза Кашапова, до скорых встреч!